Наш местный мастер такое режет. Правда, его работа. И ты такой один подарила бабе из Москвы, кремлевской служанке. Младой звать, так? Откуда ты, батюшка, знаешь? Все ведаю, все. А теперь ты мне про Младу расскажешь. У Млады, у ней дочка здесь, но блудила. Приезжает к ней иногда навестить. Одна приезжает? Есть у дедушки опекунша высокородная, княгиня Старицкая, матушка Ефросинья. Млада за помощь ребеночку благодарил княгинюшку. Правда, один раз Млада исполнить что-то не хотела, а матушка Ефросинь говорит: смотри, не сделаешь, так мы девки твоей сделаем. На колени. Подслушивать грех, но ты мне покаялась, забудь. А кто про девочку спросит, так нашли подкидыша. Вот и весь сказ. Прости, что поздно. Я про образок хотел спросить. А, да. Сделан он действительно в монастыре. Ездила она на Богомолье. Ну вот, собственно, и все. Всех расспросил, но так толком никто ничего и не рассказал. Жалко. Разве жалко? Разве не к лучшему? Ведь найдись виновник, лютые казни царь бы учинил.